Ребят, всем привет! Сегодня у нас 2 апреля на дворе. На улице просто отличнейшая погода, солнышко светит, не холодно, не жарко. В Астрахани наконец-то стабилизируется погода. Март месяц у нас был очень странный для Астрахани. У нас были то морозы, то снег. В общем, никак не получалось выехать нормально на рыбалку. Ну и времени особо не хватает. Вот, сегодня я выехал наконец-таки на рыбалку. Приехал на небольшую речушку вот такую. Вот, сегодня хочу половить карася. Буду ловить карася. Также взял с собой спиннинг. Попробую здесь походить, поджиговать, может быть, поблеснить. В общем, давно не был на рыбалке, руки чешутся. Сейчас буду потихонечку закидывать удочки. Ну и попробую, похожу, поблесню. Сегодня утром выехал, забыл купить червей. Хорошо, по дороге попался мужичок, он стоял прямо на дороге, стоят у нас, продают червей. 100 рублей баночка стоит. И черви, кстати, хорошие такие, жирненькие, упитанные, я бы сказал. Пошла, родная. Что-то я, кажется, далековато закинул. Так, здесь глубоко. Вот только упало, грузило на дно. Подматываем и... И колокольчик поставим, чтобы нам не пропустить поклевочку. Удочки закинул. Вот первая удочка у меня стоит. Вот вторая стоит удочка. Попробую пока что поджиговать. Здесь все-таки яма. Глубина есть. Возможно, тут будет хищник. Может быть, судак. Или щука. Поставил груз большой, 40 грамм. Ну вот, все еще падает. Вот, только упало на дно. Груз поставил большой, 40 грамм, и мандалу черно-желтую. Сейчас попробую на мандалу половить. Если ничего не будет, то потом попробую, может быть, силикон поставить. Блесна есть. Ветерок небольшой поднялся. Все-таки на больших речках еще вода не прогрелась нормально. Вообще думал то, что поеду в Облу сегодня ловить. Но в Облу еще у нас не идет, в Астраханской области. Я так поспрашивал у рыбаков. Говорят, что еще в Облу не пошла. Но я говорю, март месяц у нас был холодный. Вода еще толком не прогрелась. Как вода начнет прогреваться, тогда в Облу начнет потихонечку уже идти. Спиннинг у меня 2,7, Максимус Арчер. Этому спиннингу уже лет 5, наверное, если не больше. Я с ним уже много рыбалок отъездил. В общем, мне прям очень нравится. Уже был у него ремонт, я ломал кончик наверху. Катушка Дайва. Свипфайр. 3,5 тысячи. Я их вместе покупал. И вот уже лет 5, как я ими ловлю. Катушку, конечно, надо бы уже обновить. Так, ребят, клюет крайняя удочка. Я пока тут стою, сейчас джигую. Крайняя удочка начала клевать. Посмотрим, что у нас там. Пока вроде бы никто не сопротивляется.
А, нет, вроде что-то есть. Непонятно. Ага. Похоже на карася. Тяжело. Ага, да-да-да-да, вон он. Вон он повел, 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 повел. Да, это карасик. Неплохой карасик, я вам скажу. Опачки. Вот он. Фух. Первая моя рыба за большой промежуток времени. Вот какой карась попался, ребят. Ну, не знаю, килограмм может быть. Ой, килограмм. Грамм может быть 400-500. Весов нету, взвесить не могу. Ну что, рыбка есть. Вот такой карась попался, первый мой. Все, отправляю его в садок. Так, ребята, кого-то я поймал. Ага. Прям на свале. Здесь получается яма идет, а там уже выход идет с ямы. И вот на выходе с ямы кто-то взял. Ну, небольшой что-то. Может быть, щучка или судачок маленький. Щучка. Небольшая. Сама ушла. И сама уйдет сейчас, я думаю. Давай, 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 давай. Ты сможешь. А, все, перевернулась. Ушла. Так, хищник есть. Это радует. Наверное, опять щучка небольшая. Прям под берегом почти взяла. А ну-ка покажись, кто там у нас. Ага. Судачок. И причем хорошенький. Вот это уже другое дело. Судачок взял. Опа. Такого можно взять уже. Фух. Вот такой попался, ребят, судак. Такого я уже возьму. Все-таки тут есть судак. Так, судака карасю. Удочки пока что молчат с червями. Я думаю, сейчас переехать на другое место, чуть-чуть в сторону. Все-таки тут яма. А в яме вода холодная. А рыба сейчас идет там, где тепло. Я хочу переехать туда, где помельче. Ну, сейчас еще попробую, похожу, половлю судака, если он тут есть еще.
Сейчас полчасика еще половлю. Если ничего не поймаю, то перееду чуть туда, в сторону. О, на второй удочке кто-то есть, кажется. Или это зацеп такой был? Да, вроде есть карасик. Так, карасик есть. Но небольшой. Вот такой малышок. Ну, такого я отпущу. Если уж брать карася, то брать только крупного. Вот в самой яме почему-то вообще нет рыбы. Вот с той стороны на выходе поймал судака. С этой стороны на выходе поймал щучку. А яма пустая. Ни на червя он не клюет. Один карась только клюнул, пока что и все. Фуф, сейчас был сход, ребята. Прям такое хорошее что-то было. Удар. Я попытался подсечь, а он сошел. В общем, переехал я сейчас на другое место. Так, ребятки, есть. Рыба, скорее всего, карась, наверное. Ага. О, хороший карасик. Очень даже хороший. Ребята, это просто огромный карась. Фух. Вот такой карасище попался, ребят. Я думаю, это под килограмм, наверное. Опа! Вот он мой улов. Три рыбки. Два карася и один судак. Время уже сейчас где-то половина шестого вечера. Рыбалочку я сейчас, наверное, потихоньку буду завершать, потому что клев не самый лучший, который мог бы быть. Вот. Но, тем не менее, я доволен. Рыбку поймал. Все лучше, чем быть пустым. По итогу у меня получается у меня один судак, маленькую щучку я отпустил, парочку карасей я мелких тоже отпустил, вот два карася взял. Сейчас уже стою, что-то активного клёва такого уже нету. Думаю, буду сейчас собираться. В принципе, рыбалкой я доволен. Получил эмоции, которые хотел. Давно не был на рыбалке. Побывал на природе. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Жарёха мне обеспечена на сегодня. Скоро пойдет в обла. Где-то, наверное, после 10-го. Я надеюсь, буду ездить на воблу. Так что ожидайте интересных видео.